We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Мы сделали рывок вперед в 60-е и 70-е. Возможно, как и я, вы тогда думали, что человек ступит на Марс еще до конца столетия. Но вместо этого мы остановились. Не считая роботов, мы не приблизились к другим планетам и звездам. Я не перестаю задавать себе вопрос, нам не хватило мужества, или мы просто повзрослели. Возможно, это и есть разумный предел наших достижений. В смысле, вообще удивительно, что это стало возможным. Мы посылали десятки людей на недельную экскурсию на Луну, на задания, которые принесли кучу данных, из которых нельзя было использовать ничего или почти ничего для краткосрочной сиюминутной выгоды. Хотя они подняли дух человечества, они просветили нас насчет нашего места во Вселенной. Выдающаяся программа, влияющая на наше самосознание, может дать представление о хрупкости планетарной экологии, о всеобщей угрозе и ответственности всех наций и народов Земли. Есть еще кое-что. Полеты в космос касаются каких-то внутренних струн почти каждого, если не каждого из нас. Мой коллега-ученый рассказывал мне о своей недавней поездке на Нагорье Новой Гвинеи, где он изучал народ с культурой каменного века, который не контактирует с западной цивилизацией. Они понятия не имели о наручных часах, прохладительных напитках и замороженной пище. Но они знали об Аполло-11. Они знали, что люди уже ходили по Луне. Они знали имена Армстронга, Олдрина и Коллинза. Им было интересно, кто летает на Луну сегодня? Проекты, ориентированные на будущее, которые, несмотря на политические препоны, могут дать результат только через десятилетия, являются постоянным напоминанием о том, что это будущее существует. Сам факт завоевания плацдарма в иных мирах нашептывает нам на ухо, что мы более чем просто пикты, сербы или танганцы. Мы люди. Тем временем, люди повсеместно жаждут понять. Идея, что мы теперь поняли нечто, что не понимал никто из ранее живших, радостное возбуждение, особенно сильное у вовлеченных ученых, но ощущаемое практически всеми, распространяется внутри нашего общества, отражается от стен и возвращается к нам. Оно поощряет нас и в других областях заняться проблемами, которые тоже до сих пор не решены. Оно повышает общий уровень оптимизма в обществе. Оно распространяет критическую мысль, которая так нужна, когда мы стараемся решить доселе неустранимые социальные проблемы. Оно стимулирует новое поколение ученых. Чем больше науки освещается в СМИ, особенно если описаны методы, а также выводы и следствия из них, тем более здоровым, мне кажется, становится общество. Здесь, на Земле, нам нужно сделать много работы по дому. И наша готовность ее сделать должна быть непреклонна. Но мы — это такой вид, которому по фундаментальным биологическим причинам нужно видеть перед собой границу. Каждый раз, когда человечество расширяет границы, оно получает толчок продуктивной живучести, которая может поддерживать его столетиями. Юрий Романенко, по возвращению на Землю после полета, который на то время был самым долгим в истории, сказал: «Космос как магнит. Если вы были там однажды, все, о чем вы можете думать, это как снова попасть туда».